чуть-чуть поснимай, потом. Вот противные лошади, которые ко всем пристают, руками, хвостами, ногами машут. Вот они, видишь, тоже усадка в автобус, весь вперед. Ну, да, наверное, неудобно. Может быть, здесь от... Нам бы на ту сторону с тобой перебраться. Здесь переход есть. Вон он, вон он. Подземно не хочу. Сейчас вон там, вон будет переход около Книжного. Ты чё? Вот двухэтажный автобус, видишь, тоже туристический. Вот наша башенка. Вот еще одна безголовая лошадь с баночкой кофе. Супер фотографы везде. Вот. Чеки, мреки, автобусики, вон, видишь. Это художественная площадь. Видишь, сколько их? Художников нету. Хорошо, я тебе сказал, давай зубочистку дам. Спичек нету. Кончики обгрызешь, тихо, пушистыми сделаешь. И все, и удобно. Даже реснички деревянные будут. Русилька. Марина увидела. Самовар, как деревянный. А вот просто под дерево расписано. Мама, тебя на еду тянет? Тетка, закрой рот. Да тетка идет, открыв рот. Вон самушка сова, пуфай голова. Невский. Тихо, Дим. Нормально иду. Да, вон он Спас на крови твой.
завелся педик. Ау! Да, без проблем. И в Казанский зайдем. Он мурчалки, видишь? Че я так выгнал-то, что бедняга? Фотограф. Наследие, художественный салон. Тоже. Да. Оно в среднем такая цена и везде. Военмаг. Мармеладная бочка. Музей вон чего-то, видишь, тоже. Вон. Чё-то. Давай, давай, пять. Где? Пройдёт. Разрабатывать. Я тебе говорю, за первое общество взаимного кредита. Ну, это смайлики. Что там на реставрации? Мать, ты чего? Всю жизнь реставрировать, потому что... Не плевать, куда он поворачивает. Здесь переход. А вон тебе идут. На заработки. Куда? Ну а что там это, идти туда? С Новым годом. С Рождеством. Туда же лети так. Да. Туда идешь. Так, у меня лучше. Потом там еще одна камера есть. Мам, не хнычь. Знаю. Ничего, я вчера себе тоже что-то закрыто заделано. А? Русский музей тебе афишку вывесил. Он говорит, там, по-моему. Да? Вот он там. Русский музей. Мам, не скрипи. Давай сломаем шею. Вот тебе очередь. Стой, грибоедов. Наверное. Нет? А, нет, это вот русский музей отдельно. Рвение за прекрасным. А, на Репина. Я его на картинках посмотрю. Вот. Знал бы он при жизни, что им так интересуется. Был бы миллиардером. Вон, Дим, розовую шапочку не хочешь? Ушанку. А, негры любят очень. А мама любит негров, у нее шоколадные. Только шея. Ну вот он.
вас на крови. Александра II, да? Лотки, у всех все одинаково. Кто быстрее и что продаст. По-моему, да. Ну, сейчас Димка посмотрит. Сама случись, смотри. Будет легче. Она большая. Она безразмерная. Естественно. Еда вся. О, Господи, у меня тут... Нет, это вот так, обходить полностью по кругу. Пока город спит, мы проскочим. Спас на крови, вон кас. А. Нет, не знаю, нет, конечно.